сейчас приближаемся к тому, как строить пучину. Вот она, пролыв такой, 2 метра. Почти 2 метра. И уже 24 года ничего не делает. А мы решили сделать пучину. И рыба будет. Видишь, как она течет? Сейчас мы ставим здесь возможность. Тащите этот щит деревянный, деревянный щит. Вон туда дальше. Только не закладывай дрова на такие. Туда, куда спустя, вон туда, толкай. Помогай, Паша, помогай щит тащить. Все, тяжело. Смотрите теперь что. Мы должны туда переброс сделать. Ну-ка, отпускай. Еще ближе к краю можно. Все. Теперь переходим туда, где я сейчас стелю. Тащите двери. Нет. Так, двери нет, кто-то подожди посерьезнее. Давай, Ванюш. Чуть, у нас крупный парень. Ясно, что это не Тимофей должен тащить. Я поднесу туда. Еще один. Давайте, русские богатыри. Помогай, помогай сбоку, Арсений. Ну, что Арсений, ты стоишь? Аккуратно только. Одежда, там гвозди. Топор возьмите, вот этот отрубить под корень. Положите на нее, сейчас ногами. Переверните сейчас. Ну, здесь, кстати, это сойдет, лопнет она. Она слабая только. Так, теперь попробуйте перевернуть ее. Вот так положите? Так, ну-ка, кладите. На себя подтяни маленько. Вот, еще маленько, подтяни сюда. Надо сюда подтяните. А ты так, сейчас она уползает. Так, лопату принесите, лопату. Лопату. Лопату и топор. Вот. Сейчас лопаты подковыряем, а топором, Витя, сруби пока бузину. Так, поднимите вот это вот, отодвиньте. Ну, может, на нее положить. Ну тут, ну тут тяжело. Да не тяжело. Так, подальше маленько на меня, толкай. Вот так, еще маленько. Хорош, хорош. Так, Витя, на себя маленько сейчас еще, далековато, назад. Так, теперь со щита, сторонку, со щита. Все, так, по нему можно будет опять переходить. Теперь с дороги я буду идти, а вы начинаете пилить, все с дороги сметать. Вот этот, стой, Витя, топором выруби. Держи лопату. Так, где у меня это... Я коса-то, вот она. Держу ее, не вижу. Так, отойди. Так, пока не подходите близко. На 3 метра. Давай, складывайте куда-нибудь, комельки. Нет, его нельзя, там по одной канал. Она ходит воду. Так, сейчас вот эту щищу отсюда. Им назначить это место, вот сюда вот ложить ее, чтобы далеко не таскать. А чтобы им ходить можно было, надо красиво убрать. Да, грабли покрыли. Давайте, заходите, ребятишки, вон, который сейчас лежит, тащите отсюда. Камелёк по лицу, покажи, покажи. Так, ну проходите туда, краем. Так, вот это маленькое ножовку убрать, вот этот лист. Который торчит, это по глазам будет убирать. Маленькая. Я все сделаю. Маленькую берите там, быстро пилите. Грабли все принес, грабля не берите, соскребайте все туда. За граблями идите. Это куда? Сейчас, подожди. Вот сюда, давай. Далеко не надо носить. Вот сюда вот подносите и вот так вот сложите камень, камельки. Вот. Вот так. Камелек в камельку, понимаешь, нет?
А вот как. Все, уходите. Перепилите это все. Что там? До конца все спилите. Уходите, не пишите. Давайте. Виктор Николаевич, иди сюда с тобой. А у кого маленькая ножовка, Никита, отдай ему, это бери ножовку. Топорик, если что, вот он, я заполню тебе топорик. Лопату, лопату две, тысячковых. Крапиву я укололся. Нестор, тащи вон эту лопату. Лопату бери. Да, а у кого? Топорик на мостике, если что. Так, это, берегите, сейчас дерево будет падать. Или что? Конечно. Лопаты где, давай? Где лопаты? Вон, вон, вон. Берите ко мне лопату. Да ну, лопата. Стой, не стой, бери ветку, тащи. Ножовку бери. Дотянул. Там не надо, нет, нет. Вот хотят так наклонить его, да? Знаете, зацепил за железо. Может мне рубить-то, он не знает, Никита, что делать. Знаешь, вот иди, ты еще задел. Отлетел. Нет, это я. Возьми. Под тобой, под ногами. Грабли. Ты грабли бросил по всей дороге.
Вон где стоит Никита, и вот туда поставь. Вот, вниз. Вот, смотрите, поставьте. Так, это куда кирешки вытащить из воды? Вот и не получится, давай. Во-во-во-во-во. Руби со всех сил. О! А то вообще не может, он все может у нас. Второй день за какой. А мамка думала, как он будет, еще как будет. Так, друг друга в глазки пить. Никита, его нас. Так, ну что ты? У меня срубитель. А? А так ты. Потом тогда ты в конце, когда уже возможность будет. Где ножок там один? Давай. Так. Вот это вот надо убрать из дороги-то. Ну а как его убрать? Виктор Николаевич! Так, какого грязи? Не надо, берите за грязи. Положи его. Пойдем, пошли. Там вот этот мусор, вон туда. Отсюда вы сиськи пошли. Вот это у вас пошли. Повиснуть на ней. Повись, повисни. Ну что тут непонятно-то, что-то показал, вот как ложи, они все поперёк пошли уже. Их надо все время держать. По самый конец вот туда, подгребай, и край. Вот, вот что ты Ваня, вот эту ветку вырви и вот так вот положи туда ближе. Столбы. Вот. И вот так туда, вот так положи. Дальше. Не стой, не стой, не стой. Не стой. Паша, давай, помогай. Ветки таскай. Вон ветки лежат. Что ты стоишь? Давай, будь активнее. Все это. Бабушка тут. Стоять, 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 стоять.
не подходи туда. Ветку тащи, бери, прямо перед тобой место, вон лежит. Аккуратнее, аккуратнее, Нестор, аккуратнее. Дальше, дальше, Алексей. Тут, да, это все тоже почти. Место тяжелое, не трогай, не трогай. Понятно. Ты опять ищи. Ты меня опустил, пошла. Ты видишь, сейчас вот. Что делаешь? Ну подойди, скажи, дай я это сделаю. Бери вот этот мусор, вот этот мусор. Ну, смотри. Саша, подходи. Бери там. Отпилим. Ты одну возьми. Куда ты? Вот это дрова туда тащите. Надо убрать. Мы видим, что это не дело, будем Что он творит? Что там Ваня творит?
Вон, собирай все ветки. Берите мусор, не ставьте туда. Перебайте. Паша, вон туда, вон туда. Туда, туда, Никит, туда. А дальше пойдет вверх. А здесь заход идет. Туда. Туда уходит. Выход у меня. Ветки сюда, Ваня. Вот сюда он идет. О! Вот это никого не скрыл. Спасибо тебе. Это сильно важно. Спасибо. Что место? Обжегся? Да. Крапива жгучая. Больно. Да, молодец. Вот это чай. Вот, Нестор. На, и не тащи. Бери ветку. И вот сюда складывай. Вот давай. Вытаскивай ее. Так, ребята, тащи, Ваня, повторяй отсюда. Веди. Бери ее. Не бойся, там руки, да надо подать. Нестор, разверни его за коми. Это Ваня жгучая крапива называется. А я много раз обжегся вместе, но мы уже привыкли. Так, вот эта лопата, бери вот так, подгребай, как я делаю, вот так.
смотри, умело всю, всю потащит. А я сейчас винтовкой пойду косить. Там открылась, наверное, все. Ты можешь, Арсений, это, понемножку сверху сгреби, до сюда догреби, понемножку, да, вот так вот, а потом остатки, тебе легче будет. Витя! Дядя Витя! Да тихо, все, что кричит? Спились, что ли? Он меня провалился. Вот эту вот отпили ее целиком! Обожди вокруг ее! Такое большое дерево! Вот это, собирайте все, вот так все, все. Прям глядите, Ваня, не стой! Ты много опять пашешь! Иди отсюда! Ух ты! Паша, на! Крапиву будешь собирать, бери. Только мне потом отдашь. Слава. Надо отпилить, Виктор Николаевич, отпилить там надо. Что там? Отпилить, вот, не знаю, как сказать. Там дыры. Я знаю, никто из детей, я падал туда. Я тоже сейчас упал. Так, Никита, возьми кого-то с собой, вон тот край, начни выбирать. Что у тебя? Ничего, сюда. Ты, Володя, ты, меня сюда позвал. Не Володя сюда позвал меня. Не вы... надо, здесь ничего нет. А зачем позвал? А вы же сказали, что-то спилить надо. Виктор Николаевич кричали-то. Да нет, я вон ту спилить, которая наклоненная. А, ты вон до конца проруби эту просеку. Вон на пути у тебя стоит слева. Давай. Здесь дыры, осторожно. Там он сзади, да, дыра. Все, собирайте. Сейчас повторяю, до сих пор дойдем и сделаем отдых. Ложи сюда. Вот это все разрядится. Oh.
по главной дороге проходи. Ребята, здесь ямы, осторожней. Подлоги смотри. Яма, ты собирай вот эту. Смотри, как прогрызли. А то что надо утрамбовать. А это кто мог сделать? Не знаю. Что вода? Может, попрыгнуть. Это надо все. Все затрамбовывать. Вон они туда, види? Там вода. Да они почему спустятся? Ваня, ну как ты несешь-то? Это вот не свач! Ветки-то обруби, Ваня! Куда, Вась? Куда ты далеко? А то он на дрова несет. А, на дрова? Середину они его прогрызли. Видишь там? Вон он. Покажи, где озеро, и там дай комментарий. Где он на всю длину можно показать. Выбери момент, где тебе видно будет. Да, тут сложновато показать. Сейчас будете уже отдыхать. Убирайте, убирайте. Тут никак не покажешь. Длину все. Осторожно, яма, да. Под ноги сюда смотри. Здесь плоховато, конечно, видно. Видно, что ты длинный путь. Берегись! Ой, Так, литва распилисто растет. Она очень любит влагу. Здесь ей сама вырасти.
Косить надо. А? Все это будет. Сейчас будет. Сейчас мы кончим. Тащи вот этого. Жди, умеешь ждать. Мы знаем, когда скажут. То... Поверни его сюда вот и туда сбрасывай. Здесь вот, вдоль так брось. Отцени, бери вокруг, который есть. Вот тяжелые такие. Отходи. Вон там Виктор Николаевич где пилит. Там вот можете у него тоже. Или здесь вот это сюда. У него на плоти крапивы много. Так, воду принесите кто-нибудь, за водой отходите. Сюда. Я отходи. И кружка где? Я буду спросить, где кружка. Кружка где от воды? Кружку принеси. Она, кажется, для Вити. Вить? Витя! Ваня, спроси кружку. Они сразу остались. Ну, собирайте маленько, убирайте. Ну, прям вот толкайте, скажите. Вот как, говорит, зомби рисует мелко. Ну, наверное, сразу встал, все. А ты дурную палочку взял, палочки подскребал. Ну, яму никогда не вырисуйте, как лягушка из молока. Совершенно не жизнь. Толстую, толстую палку возьми. Только скажешь, через минуту опять стоит руки назад и ничего нету. Как же это родители тогда? Почему не тревог? Нет, Арсений, не этой палочкой. Вон потолще надо брать. Вон. Вот возле дерева торчит. Вот ее бери. Нет, вот здесь, вот, да, вот эту. И вот толстым концом сгребай. Куда ты гребешь? Туда надо все гребти. В ту сторону не надо, там же вода. Помог. Такие большие железные сваи. Такие ладно не разговаривай, тащи. Вот, ребята, бери руки. Ваня, бери скорее, тащи, я сейчас там включу. Вот. Кто берешь, берется, не надо говорить, ты знаешь, какая работа. Только загнулил, то сразу стоит. Прям хватает, тащи. Вот туда проходите. Все. Ваня, бросай здесь бросай. Все, подходите все. Утащи палку. Куда он? Пониже только. Утащи ее. Так, всех зовите туда. Нет, ты последний. Ну да, я последний. Я самый последний буду пить. Вот посмотрите. Заросший пруд. И кто прокопал, это, похоже, бобры прокопали. Ведро такое не прокопать, прямо такие вот ходы. Как ее от них избавиться? Очень даже просто. Ставить железобетонные плиты, и он их никогда не прогрызет. Но у нас их нету. Плотину эту сделать. Хотя бы на метр заглубить, а ниже он не будет делать. А как делать, пока не знаем. Надо смотреть, проверять, долбить, ломиком проверять. И где попадается туда, значит его ремонтировать. Видишь, куда? Вон куда идет. И идет прямо туда, за храм. А потом, только когда уже можем быть, это все упали деревья, это все убрать. Это чистое поле будет. Сейчас мы маленько отдохнем, попьем. Пьем мы по такому порядку. Кто старше, потом младше. Станьте по очереди. Кому сколько лет? Мне 76. 42. Так мне только 76 всего. 42. Тебе? Вот он Володя идет, наверное. Сколько? 36. Мне 26. А тебе? 26. Ну, остальные распределите, вы знаете, кто за кем. Он. Встаньте в очередь, так, кто за кем. Он еще не расходовался, нет, не помню, но...
Вот. Это все на одном бачке работает. Держи. Ставьте. Я буду наливать. А у нас же полубачок. А вы будете конечно говорить, что за кем. А у вас какая бутылка? А, у нас большая. У вас мощнее, поэтому больше и... Больше и... А вот еще еще много головастиков. Видишь, сколько я пилю, это все еще на одном бачке маленьком. 0,4 там с чем-то литра. Держи. Вот такой порядок. Это справедливо. Есть такой фильм «Серебряный князь». Не видели? Нет. Тальков Игорь играет. И там Ивана Грозного. Иван Грозный судит и говорит, кто не согласен, что царский суд милостливый. Ну а кто не согласен-то? Голову отрубят. Вода холодная, помаленьку им, Игнатий, чтобы горлами так, Володя, перехватило. Посмотрите назад теперь. Видите, как мы зашли и короче, сколько мы тут пробыли-то? Помаленьку пейте, ребята. Часа, ну, час пол, сколько? Полчаса были, да? Час-полтора. Сейчас там, не бы не было часу-то. И уже вот она плотина. Теперь ее только носить где? Ну, повыше маленько туда вскипать, трамбовать, закладывать арматуру. Так, кому? Володе? Нет, это маловато. Держи. Давай, я сейчас дам еще. Холодненько, Никита, это маленько. Ну, это много. А вот ой, ребята, смотрите, как интересно, какую работу нам Бог дал. А потом здесь купаться можно будет, рыбачить, и рыба не гальян будет. Здесь большая рыба, карпы. Ну, на 2 метра если поднимем, то ясно, что она промерзать не будет. Мы хотели ротана завести, но он говорит, все сжирает на своем пути. Да, он как осель живет. Он как лягушка, может замерзнуть, а весной оставил, опять плывет. Ротан. Да вот таких вот вырастает. Я таких не видел, я видел вот такие вот эти ротаны. А мы видели ротанов, мы 3 ротана поймали. Он видает, да, это у себя дома. Да. Нет, у нас речка. Большие ротаны. Еще просто. Нет, они еще маленькие. Ну, вот такие. Так, кому там? Ты не пил еще? Нет, там пил, он просто хотел добавить. Я еще хочу. Мало что ты хочешь. Можно? Как я хочу. Интересно, как я хочу. Отойди в сторонку. Те, кто пил, вы как-то себя сокращать не можете. Я хочу. А я не буду. Я хочу, а не буду. Я человек. И ты. Паш. Ой. Молитва снять. Фу, главный убор, перекреститься. Ты поди даже не перекрестился. Перекрестился, снял главный убор. Мы выпили все на этом. Закончено. Надо еще не будет. Нам еще один раз выпить, еще раз. Мы должны пройти полностью. Раскрести. Чтобы определить работу. Сколько тут надо работников глины. Нанять трактор-бульдозер, может быть. Это того стоит. Мы раскребем это, и все дальше будет. Но трактор не пойдет, пока сучки вот эти мы не уберем. Иначе кабину проткнет. Подожди, хотя многовато вроде. Лагерный пруд, там тоже плотина очень низкая. Там бы в первую очередь бы надо. Где? Лагерь наш, плотина. Конечно. Поднимайте, разрешаю. Так, кто не пил? Я. Команда наша. Я тоже хочу, но я не буду, потому что норма для всех одинаковая. Так, все? Все напились? То есть выпили? Все? Все почитал. Так, ребята, отдохнули за дело. Все почитал. Давайте. А раньше будет так, вот мы поработали, а потом идут и купаются, сразу купаться. Все. На этом конец.